Звезды нередко попадают в конфузы. Мы собрали самые эпичные падения артистов на сцене. Пожалуй, самое веселое падение было у Кэти Перри. Певица на сцене прыгнула в торт, но так сильно измазалась кремом, что не смогла удержать равновесие. А рэпер Диди просто рухнул на сцену, причем непонятно, то ли он поскользнулся, то ли оступился. Зачастую звезды мешают устоять на ногах длинное платье. Именно так было и в случае с актрисами Тиной Фэй и Эмми Поллер. Девушки упали, поднимаясь на сцену премии Эмми. Подол платья помешал подняться на сцену Оскара и актрисе Дженнифер Лоуренс. Эпичным было и падение Дэвида Бекхэма во время посещения китайского футбольного клуба. Ну а самое опасное падение было у Мадонны. В 2015 году на тот момент 56-летняя артистка упала со сцены во время исполнения песни вниз головой. Один из танцоров должен был стянуть с певицы длинную мантию, а в итоге увлек ее за собой.